Так, ну, короче, вот, ударами. Ты хотя бы одел бы что-нибудь другое, Да я наверное. нормально одета, очень тогда как бы. Надо просто найти магазин нормальный со шмоточками. О, смотри, я тебе подружку нашла. Не? Как тебе? Ну, Ну, мне же. да вроде неплохая. Че, познакомимся, что ли? Че она молчит? Блять, ладно, короче. О, Застенчивая. она еще и кашляет в пизду, Да таких, ну, ладно, больная как, какая-то, да. пошли. У меня диплом скоро, не хочу заболеть. Так, а я тебя, типа, жениха нашел. Он тут такие глаза смотрит. Я сейчас сама себе выберу. Смотри, че. Вот. Бля, они все Как кашляют, тебе? смотри. Иди сюда, смотри, я нашла тебя. Ну, как ты смотришь? Это женщина, как ты считаешь? Вот этот жирный? Да. Нет, Бедер. это женщина, мне губы накрасила. Да, Ты сейчас не очень. которую стены, что ли, или Да вот кого? по телефону разговаривает У тебя, человечище. походу, график там вообще, как, не знаю. Не жирная, по-твоему? Ну, жирная, да. Ну? Но это, по-моему, мужик все-таки. Нет, смотри, прическа, губы накрашены красным. Бля. Ладно, не суть. Пошли в другую сторону, как-то. Нам бы машину взять, чтобы Не за без шмоточек. Вон шмоточек. куда пойду, шмоточки. Машину в этот раз возьму, которая стоит, не будем никого грабить. Ну да. Тихо. Ты, главное, никого не толкай там. Я постараюсь. Может, пробежимся, типа, спортом Мы займемся. не бежим, по-твоему? Ну, я имею в виду там это. Быстро? Бля, вон, у них тут, у Ой, них, не. не, вот тебе пробежались. По мне пока не стреляют. Прыгаем в воду. Блин. Че? Погоди, погоди. Я свалилась в реку, валяюсь там, так не Оживите, стоит. оживите, братка. Ну, я в реке плаваю. Я, ну, я плыву, типа. А где ты есть вообще? Вот, плыви. Ты валяешься не в реке, а вот. Ну, я Так, упала. погоди, я тебя, короче, сейчас подниму. Все, Все, плывем отсюда. вставай. Как быстро плавать? Не так, что только. Все, Погоди. я приплыла. Ты где есть? Ой, блин, меня скуляет. Это ты опять валяешься, что ли, там? Нет, я приплыла к берегу. Зачем Блин, к ну нифига берегу? ты, нифига ты придумал. А как ты спустился туда, чтобы не умереть? Ну, обычно просто слез. Заложенку взяли. Сейчас это надо Я, укутать. короче, поплыл на, не знаю, на другой берег. Погоди. Блин, я опять поняла. Надо было, знаешь, типа, кто быстрее переплывет, короче, реку. Я заранее, у меня акулы не падут. Так, я уже все, типа, тут. Блин, ты еще вообще на другой стороне. Потому что я вернулась обратно, меня там подстрелили, я упала в реку, еще поранилась. Я сейчас, короче, буду с разбега в воду прыгать, типа, как это. Она, знаешь, блядь, где-то я купался, типа, похоже, место было, там плиты тоже такие. Это около этого. Опа, блядь, нихуя, я прыгнул. Ты видел, я прыгнул? Сейчас, Да. короче, смотри еще раз. Погоди, так мини на башку. Опа. О, я вообще, я рыбка сейчас прыгнул. Дай-ка я. Рыбка, рыбка, короче. Смотри на меня, короче, смотри. Смотри. Надо подождать. Смотри. Блин, а как так? Надо сверху что ли прыгать? Ну, Сейчас я про... разбегусь. Ну и чё? Блин, не, я чуть на... я прыгнула, чуть ноги не сломала. Как ты прыгаешь так? Ну-ка, покажи мне. Ну, смотри, типа, за мной. Короче, бежишь, так ноги, типа, блядь, тоже не получится. Я прыгаю, как этот. Ладно, все, пошли. Да вот, смотри. Блин, почему у меня так не получается? На пробел еще надо нажимать и... О! Ну, я пропустил, давай, типа, Ай! чтобы я видел. Сейчас. Сейчас разгибусь побольше. Давай. Ладно, пошли. Надо как-нибудь, чтобы нас не убили.
Машину бы нормально как-нибудь взять. Ой. Чего не могу запрыгнуть? Ну, типа, не знаю. Нас не застрелят? Как Я не считаешь? знаю. Как подняться на веревку? Ну, прыгай. О, прыгнула. Дай мне руку. Подожди, тут кто-то валяется. Смотри, какой чувак. Иди сюда. Погоди, я не Смотри, знаю, ну где залезть. посмотри, блин. Я не могу залезть. Два раза на пробел нажми. Я в текстурках провалился. Блин, ну я Смотри, ой, да? Сейчас найду тебя. Вот, смотри. хочу на мопеде покататься. Вон красный такой. Давай, Видишь? давай без драк только. Ну, мы без драк, да. Пойдем. Только быстро не бегай. А, нет, вон туда пошли, видишь? Сейчас дорогу ответим. Потом посмотрим, Блин, старшая завод какой-то, что ли, или что-то такое. да не просто прокурка. Ой. Что, пойдем закатать? У тебя ник такой, еще прочитать. Ну, как обычно. Анип, Анаип. Смотри, Слышь, я рюкзак потеряла. я быстрее тебя бегаю. Я рюкзак потеряла. Что делать? Не знаю, зачем он тебе нужен? Ну, он же у меня был, у меня там что есть. О, блин, у меня машина. Чё ты меня... Ты меня толкнула. Ты меня толкнула, не машина. Конечно. Я хотел в большой город. Пошли туда, там покруче, наверное, что-нибудь. Надо на машине поехать. Какой-то район не очень. Смотри вообще, что происходит. Так водит машина, конечно. Да. Район пассажиров. Посмотри, все какие жирные. Тут хотя бы этих Ты ниндзя нет. видишь? Вот они, только другие. Но эти Блин, нормальные, вообще. эти нас не трогают. Ну, пока что да. Но они все такие жирные, посмотри. Блин, Ай, так блин, что погрязло. вообще? Дай проверим, типа. Ну, видишь, он вообще, типа, Ну, пока что мы его не не за трогаем. нас. Пошли мы через реку, там большой город, классный. Только быстро не беги. А ты что, не умеешь, что ли, Ну, в быстро? прошлый раз я бежал быстро, и у меня начали стрелять. Опа. Погоди, если мы сейчас переплывем, мы опять, типа, окажемся, где эти ниндзя. Думаешь, это тоже эти будет? Ну, я через эту реку переплывал уже. Не, я не хочу туда. Бог у Москвы там. Почему не хочешь? Там нормально. Мне кажется, смотри, на какие дома, не то что. О. Пойдем какую-нибудь машину, что ли, найдем. Да. Это проститутка? Не знаю. Чуть не очень. Вон, Может было смотри, я как-то нашла. на крыше, типа, лазить. Кого ты там нашла? Машины стоят припаркованные. Во, вот эту вот бери. Который, блин, Какую? который проехал, только что Да ты смотрю, это... чё вы в жизни? Поехали, иди сюда быстрее. Да как вы иди сюда? Иди Я сюда, нашла получше. мне вот это только нравится. Все, я Какая? садись. Иди быстрее сюда. Да где ты? Что ты такой электрокар взял? Не Я сюда знаю, даже надо не мне. влезу. Садись, прыгай в кузов, блин. Не хватает мне места тут. Прыгай в кузов. Как-то не хватает, все норм. Ну, как эти. Мне нравится, прикольно. Еще отваливается что-то. Развалюху, я нашла нормальную машину. Супер, как она называется, Супер Дути. Дать там. Ты не в ту сторону едешь, между прочим. Разворачивайся давай. Нам в другой город. С инструментами. Я так буду это, как называется-то. Блин, забыл. Ай, блин! Ты. Да он меня подрезал.
Надо что-нибудь помоднейше найти. Так, погоди. Синдикат, Тауэр, Лоренс, Куар. Я, блядь, не знаю, что такое. Что там написано? Ну, в башню ехать, либо на площадь. Поехали на площадь. Это направо, да? Ну да, только ты по встречке едешь немножко. Где? Ничего не по встречке. Это типа как симулятор таксист будет. Да. Блин, грузовикам в город вроде типа нельзя заезжать. Ну это не Москва же. Во, а чё это за закон? Вот, я тебя привез тебе в магазин. Ну ты куда-то? А, о, в магазин. Ну-ка, пошли. Уходи. Переоденемся. Мне моя одежда, меня моя одежда вполне устраивает. Меня нет. Что? А что это? А, менять пол я не хочу. У вас есть хирургическая операция. Это пол менять. Куда мне придется? А, точно? Да. Может, тебе личико подправить? Ну-ка. Иди под приемную. Так. Хирургическая операция стоит, да. Ну-ка, я сейчас посмотрю. У вас есть... А почему не написано, что за операция? Может, там... Может... Внешность меняется. Сейчас южная красотка. Нет, простите. Так, там он компьютер... Нет, не то. Не знаю, я, по-моему, так нормальнее, чем я. Давай быстрее. Да погоди, это снова, может, я дрянь себе сделать? Залипло, что ли, там? Монах. Может, ты монах идёт? Короче, я поеду пока на машине покатаюсь. Ну, я тебя догоню. Сейчас сиди. Не, вот этот город мне нравится, тут этих, блядь, уёбков нет в синем. Моя прическа была самая красивая из всех, что есть. Смени пол тогда. Нет, спасибо. Невозможно сейчас делать. Не хочу быть загорелой. Погоди, а вот эти, по-моему, тоже наши враги, блядь. Ну-ка, я сейчас проверю. Типа, тёлки. Ну, блядь, кто? Не, вроде не трогается. Может, на брюнетку не сделать? Нет. Ладно. Прически нет. Брови надо сменить. Так, я сейчас громкость попробую. Побольше сделать. Натуральный сонет себе сделаю. Музыка. Так. Настроить микрофон. Так. Ой. Не знаю, у меня громкость почему-то вообще... А, не, вот сейчас стал слышать. Ой, я мотоцикл нашел. Типа такой олдскульный какой-то. У него почему-то задний... Он, короче, стоит на месте, у него заднее колесо крутится, блядь. Че, убираешь мотоцикл или эту машину, на которой мы ездим? Представляешь, я поставила вот... Бля, мой мотоцикл, какая-то машина переехала. Ничего себе. И он исчез. Чё ты говоришь? Ну чё, ты всё там, не? Да чё, я загарки сделаю. Такой неплохой. Я сейчас на машине пробую заехать к вам туда, прямо вот.
Блять, мимо. Второй задний фон. Нет, что-то никак. Давай, уходи, я уж подъехал. Можешь прям в кузов завалиться. Вообще. Ну иди, подойди. Я типа, знаешь, как грузовик, который... Блин, знаешь, что я с ним делал? Че? Большие сиськи, мне теперь неудобно бегать. Запрыгивай в кузов, короче. Да ну, какую-то фигню нашел, понимаешь, что нормально. Ну, иди пешком тогда. Смотри, это город женщин таких. Да. Китай, по-моему. Блин, мне опять все врезаются. Потому что ты не выбрал дурацкую машину, она не опасная. Выбрал что-нибудь крутое. Не знаю, мне типа она норм. Не, вот это. Ну это вообще полный говно. Не знаю. Да? Ну поехали, да. Посмотрим. Поехали. Давайте, кто быстрее, короче. Бля. Сейчас. Ну, давай, давай где-нибудь выберем прямую и поедем по ней. О, все, смотри, я все. Я тебя, блядь, выиграл. Момент по встрече. Ты что творишь-то вообще? Нас еще разыскивают. Как на ручник поставить? Понятно, не знаю. Ой, блин, все, я пойду-ка. Не умею водить. Последний раз, короче, предлагаю тебе сесть ко мне. Ладно, приезжай. Слушай, может, Бентли возьму? Не знаю, я... Мне моя... А где ты? Блядь, ты рядом со мной стоишь. А вообще. Ты пропал, у меня тут пушку. Вот я, типа, и... Ну, я вижу, что машины есть, а тебя в ней нет. Ну, все тогда. Ну-ка, выйди, зайди обратно. Тогда пока. Ну, выйди, зайди обратно. Блин, нет, задавили. Ну, вот я ставлю. Может, тебе, типа, в морду дать, чтобы... Ты поняла, что я здесь. Ой, блин, я ударил тёлку эту из-за тебя, которая с пистолетами. Блин, ну что ты сделал? Теперь нам пить. Короче, я поехал, все, извини. Я поехал. Я в таком не участвую. Блин, машину мою сломали, смотри. Ты меня сейчас видишь? Воля. Да ты что меня стреляешь-то? Я это полицейский в тебя стрелял. Давай, короче, типа... Без драк, да? Не, наоборот, теперь уничтожим этот город, короче. Надо его захватить. Так. Нам какой-нибудь, блядь, тут, по-моему, танк есть, насколько я знаю. Стреляет впереди, откуда ты видишь? А, и сзади. У меня, кстати, пулемет есть. И... Вон они идут, смотри, где. Пистолет, пулемет. Блин, я взял какой-то дробаш, мне еще покруче. Ты нажимай на колесико там. Да я вижу. Бля, какие-то гангстеры, что ли. Кто это такие? Ага. Гангстеры? Вот нам бы их не тачку. Ну я не знаю, я пока что бегу, и мне что-то страшно останавливаться. Я тут, типа, добиваю. Бабка, тень, блять, это вообще хуй знает, кто такой был. Так. Ай, блин, меня убивают. Мотоцикл бы какой-нибудь нормальный. Да. Вон еще лес. Блин, кто там? Блондинка. Подходи оттуда. Ай, меня задавили. Я их убил. Тут вообще какой-то беспредел начался, они, смотри, да они друг друга уже валят там. Не знаю, я пойду всех подряд сейчас убивать, типа детей, там, бабок всяких. Я уже тоже, типа, нервы на пределе. Я хэдшот сделал.
Блять, негритянка, это чё ты? Это я. Это не ты, вот какая-то тут ходит. А, ну пошли тогда. Ты сбил женщину, между прочим. Ну, ты чё, это плохо, что ли? Ой, смотри, какая машина с чуваком, с башкой большой. Я устал, мне бежать медленно получается. Ай, блин, все, по-моему. Че, блядь, че тут трётесь нахуй, как в фильме, блядь. Вот, смотри, какая машина, посмотри, посмотри. Тебе нравится все самое стрёмное? Ты Элвис Пресли чуть не из машины выкинула. Блин, как тебе сесть? Да. Заскакивай быстрее. Ну, блин, ну че ж ты как этот? Не знаю, не получается почему-то. О, все, поехали. Во, ничего себе! Я могу огнём стрелять, да? Смотри только, чтобы мы не взорвали. Да, все, поехали. Норм. А я, короче, буду еще из пулемета стрелять. Ты огнем, а я, короче, из пулемета. Блин, ты типа нормально. Погоди, надо определиться, куда мы вообще поедем. Через мост. Поехали. Ну мы, мне кажется, опять окажемся с этими, блядь, с умрами. Ну, они уже приехали. Это не эти. Ничего себе. Вот так вот. А ты говоришь, тачка плохая. Да. Погоди меня, я вывалился. А, ты вывалился. Я, короче, тут, блядь, этот замес устроил. Я еще тебе помогу. Ты вон меня не спали так. Не понял, чуть. Все, поехали, поехали. О, сейчас будет. Давай вот этих всех раскидай, короче, они типа, нам дорогу переградили. Блин, у нас а вертолет вон целится. Попробуй сейчас. Ой, у нас что-то крыша отвалилась с тобой. Погоди, у нас вертолет стреляет, я сейчас. Да я вижу, а что мне с ним сделать? Я по нему из автомата стреляю, но мне кажется, это, блядь, ни о чем. Мне нужен ручной тормоз, я не понимаю, как мне. Куда ты, куда ты завезла нас? Все, вываливаемся, машина горит. Блин. Стой. Ай! Дай вон ту, что ли, себе, блядь, не ты. Смотри, ты видел, я типа... типа рестлинг. Не, ментовскую я больше садиться. Дай вот эту вот. Какую? Ну это же ментовская. А, погоди. Не-не-не, стой, не езжай. Давай быстрее. Ты сядешь или нет? Да я сажусь. Все. Блядь, тут... Нифига себе. Тут весь город, походу, собрался. Токийский дрифт, блядь, ёпта. Колесо пробили мне влево, блядь. Блядь, они... Поют в другой город отсюда. Ну, я типа пытаюсь сейчас... Шмотки! Чё? Шмотки! Да нас сейчас, блядь, ёбнут там. Ну там шмотки. О, мотоцикл, стой, ну-ка, вываливайся. Вот этот вот, погоди, погоди. Разворачивайся, о, вот, еще один. Вот, поехали вот за этим. Блять, сука. Какой он быстрый. Блин! Молодец. Именно так и нужно водить. А что произошло-то вообще? Ну, умер, сейчас подойду. Так. Я, короче... А, вот ты типа тоже постоишь. Еще. Ай, почему? Это ты. Хватит себя. Я пошутил. Я пошутил. Ай, это не блин, прости. Я из тебя какого-то мужика пиздил. А ты что тут устраиваешь? Все, успокойся, хватит. Ну все, последний. Все, пошли я куплю себе новую одежду. Че тебе все одежда? Мне. Да мне не нравится, смотри, я выгляжу, майка какая-то. Ты посмотри на меня, у меня, блядь, самая пиздатая одежда, наверное, вообще.
О, денежки. Который тут есть. А где мы, кстати? О, море, правда, море посмотрим. Я хочу какой-нибудь мутацикл. Мы же в такой провинции, только приехали в нормальный город. Так, блин, я думал, что это за нами, скорее всего. Не-не-не, погоди. Давайте постоим, разговариваем. Блять, опять. Да что за день такой? Смотри, что я с ним сделаю. Я не хочу смотреть, я уже убежал. Он, блядь, еще и встал, ничего себе, блядь. Парень. Ну-ка нахуй. Секундочку, блядь. Я без полотика, я сейчас знаешь, что сделал? Я, короче, он наебашил. Я тёлку взял в заложники, блядь, сейчас я её захуярю ещё. Иди сюда. Да я же без пилотника управляю. Направь его на ментов тогда, если можешь. А у меня ноль снарядов. Блин, ты отсоединился. Сейчас, вернусь. Давай быстрее, мне тут самый замес сейчас. Блин, меня кто-то стреляет. Ай, у меня опять беспилотник, прикинь. Так. Короче, блядь, пиздой эту каш. Быстрее беги, блядь, заебало. Я тут с заложницей, короче, бегаю. А где ты? Я ее утоплю сейчас, пойду. Не трогай заложницу. Ты где? Да тут. Вот, пришла. Ничего себе заложница, знаешь, кого ты взял? Кого? Зачем ты ее стрелила? Ну, наш враг. Она мне там что-то хейтеры было написано. Чёрт, ещё авторитет 18, впрочем. Ну-ка, сфоткай меня. Сфоткай? Как тебе сфоткай? Я тебе я могу, знаешь, что достало? Да я забыл кое-что. Так. Гранаты. Знаешь, как я тебя сейчас сфоткаю? Типа, это будет твой последний кадр, блядь, в жизни. Давай быстрее, у меня, типа, сейчас. Подожди. То кадр пропадет. Сейчас, все, сейчас. Давай, я фотоаппарат уже навел. Сейчас, погоди, смотри. Давай, вставай. Вот ты. Дура. Восстанови меня. Ну, окей, ладно. Блин. Все. Ну, круто же, смотри. А как ты так делаешь? На X. На X. А я что сделаю? Смотри, что я делаю. Сфоткаю тебя. Я все не трогаю. Я тут танцевать не начала. Вверх. Вот смотри, что у тебя будет. Ладно, так, а дай теперь, короче, нырять в море будем. Давай, сейчас. О, смотри. Бля, я на камень ебнулся. Так, ладно. Блин, как мне теперь наверх? Залезть. А можно нырнуть? Ну я нырнул, но я не допрыгнул до воды. До воды. А как думаешь, мы приплывем куда-нибудь там? Давай попробуем. А что ты так далеко уже? Погоди мне. Катя, о, смотри. Че? А мы не можем его угнать? Я думаю, что нет. Где ты там? Рядом с... А я интересно, могу тебя утопить там? Что-то такое. Нет. Кочерок бы найти. Я типа подплываю, короче. Блин, у тебя видно только полоску, что ты твою. Ну, все то, что. А теперь. Как мне тебя отпиздить? Никак. Тут даже быстро плавать нельзя. Да. Ну, знаешь, что это там? Где?
Вон в воде. Но я не вижу. Поплыли, короче, к берегу, я так понимаю, Сейчас тут, наверное, пойдет, он ничего сейчас плавает. интересного не будет. А Ой. почему под водой нельзя? А что это такое? Ты ныряешься, что ли? Я не пойму. Че? Дед какой-то. Где? Вот. Дед. Погоди. Парень. Он живой вообще? Живой вроде. Бля, у него какой-то взгляд стеклянный. Что плавает? Мне кажется, он мертв. Да, ну а что он не вверх? Не, наверное, типа, может, купается только. Ладно, пускай, не будем В ничего. одежде, да? Сейчас ты купаешься в Ну, одежде. ты посмотри на меня, я, блядь, сам в одежде тоже. Хочу лайнер узнать. Ты кто звонит? Я не беру никогда. Я тоже не буду. У нас есть дела важнее. Да, беги быстрее. Кто там это? Стрельба сзади какая-то. Я устала. Беги, смотрите, Устала? в тебя кто-то стреляет. Это ты. Так, нужно найти борт капитана, да? Он, наверное, на самом верху, как обычно. Мне кажется, тут ничего такого нет клевого. Да, ты врешь. Я Вот, хочу шлюпка. перестать быть негром, хочу стать белым. Слышишь, что шлюпка? Ну-ка еще. Смотри, вот в нее хочу. Это подводная лодка, мне кажется, или нет? Мне не сложно залезть? Мне куда-нибудь вообще не сложно залезть? Не знаю. Все закрыто. Ой. Что за... Ой. Ты чё там валяешься? Упала. Так. Ну чё, мне слазить тоже, что ли? Дай я в воду сейчас прыгну прямо отсюда. С разбега. Попробуй. Во! Ничего Ну себе. как? Ну, вроде ничего. Я, короче, к берегу, наверное, поплыву. Мы тут не зайдем, тут обрыв. Ну я не да не зайдем. А, я, короче, на Е нажал, и типа, и я нашел, угадай, что я нашел. Опачки. А я могу зайти и присесть? Ну, попробуй, типа. Да, вот это. Блин, опять эти шлифы какой-то. Привлекать внимание. Да, давай покатаемся теперь. Блин, вообще самый прикольный, наверное, из того, что тут есть. Блять, ну... Ай-яй-яй. Так. Не садись больше за руль, да я поведу. Ну, если хочешь. Ты за меня сдавил. Давай, садись. Пошли только. Поехали, знаешь, куда? Вон направо. Ладно, все, мигом. Найди мне Смотри, тут шмотки. кого-то машина сбила. Шмотки на... ты сбил. Шмотки не найди. Какие еще шмотки? Ну, какие-нибудь. Что ты Так, погоди, делаешь? так, что такое? У меня тут iPhone вылез, я не знаю. Погоди. Ты дурак, потерял меня. Сама дура, блядь. Микс, Смотри, погоди. я буду прыгать. Как ты? Погоди. Я тут айфон нашел. Это твоя проблема. Блин. Давай ты от меня будешь убегать, а я тебя задавить должен. Ну ты! Я тут разбираюсь. Садись. Ну-ка, отстань, тут что-то есть классное. Я нашла. Стрелочка. Смотри, ну-ка иди сюда. Ну что там? Какой-то деревенский дом. Погоди-ка, ну, чё... Знаешь, что у меня есть? Между прочим, у меня есть. Как мне через... А, все. Бля, чё это, О, класс, типа... у меня есть. Так, погоди. Ну да, неплохо. Чё неплохо, ты не видел ее. Видел, почему? О, пошли фоткаться. Вон, Куда? потом. Тут, кстати, реально можешь сфотографироваться, у меня фотоаппарат есть. Иди сюда.
Зачем ты его бьешь опять? Это ты. Блин, он сейчас не Я к нему даже не прикасываюсь. Вот Прости, прости, фотоаппарат забираю, вот лежит фотоаппарат. Его поднять нельзя? Что, придется его убить, я не не, знаю. ничего. Ладно, пускай бежит. Уходи. Так, я, короче, что я хотел? Я хотел станцевать. Вот и сфоткались. Так. Ладно, пошли. Где твой мотоцикл? Я уж не помню, мы где-то врезались вроде. Давай сбивать, типа, кого-нибудь. Ну, чтобы только, ну, типа, больше, чтобы никто не видел. А, погоди, вон какой-то магазин, по-моему. Это хирургия. Хочешь себе изменить цвет кожи? Да, очень Будешь хочу. А я могу себе татуировки, типа, набить какие-нибудь такие, как будто я вор в законе. тут нельзя, там где-то в другом месте. Я тебе на диванчике даже. Ну, окей. Так. Вот и зайди. Раса, да? Латинос, азиат. Ну-ка. Нет, 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 только не азиат. Белый. Я стал белым, короче. Кожа, телосложение. Нет, жирный, не хочу быть жирным. Почему? Что это? Я буду все делать. Возраст, возраст, сколько лет мне поставить? Привлекательность 50. А у тебя сколько? Не знаю, у меня большая Я большая. себе на 100% делаю. Блять, я сделал себе, как будто мне 100 лет. Если сделал Не, 13, то это вообще сейчас 40. привлекательность, не знаю, сделаю на 40 лет, 50. Так, это что такое? Да, цвет кожи, типа, блядь, желтый. Да не, пиздец какой-то отстой. Не, хочу стать совсем белым, типа, как я в реальной жизни. Такая. Я нашла слизкий скоб, который, похоже, закрыт сейчас пока что. Обидно. Так, погоди. Галерея персонажей. Загрузите. А, это вообще не то. Чё? Создавать? Нет, я не хочу вообще. Лицо, макушка. Фишки, какие фишки? Фингал, блядь, нахуй не фингал. Скола. Подожди, я сейчас быстренько кое-что посмотрю. Давай. Сейчас надо припарковаться. Блин, Настройки. ты... Да. Я все говорю, погоди, посмотрю. Блин, эта игра напоминает Sims какой-то, я не знаю. А в Sims можешь кого-нибудь убить? Слышишь, что говорю? Я хотел дрифтануть, никуда она не Говорю, в вышла. Sims можешь кого-нибудь убивать? Можно. Челюсть. Себя. Можно. Себя? Ну, блядь, себя я не хочу. Я тут тебя жду, короче, сейчас припаркуюсь. Так, я себе брою, типа... Не, блядь, нахуй, не надо. Блин, я не могу припарковаться. Но личность, личность, похвалы, насмешки, голос, косметика. Вообще. Короче, оставлю, типа, дефолт, блядь, пизду надоело. Я, типа, такой... Блин, а татуировки тут не... Почему я не лысый? Я хотел быть лысым.
аниме. Асимметрическая афро. Бешеный болельщица. Янтарный узел. Дикарский гребень. До плеч. Домохозяйка из 50-х годов. Чё такое кабуки? А, блядь, по короткие милые. Короткие милые, вот это, по-моему, ничего. Коротко налево. Нет, блядь. Космо-девочка. Ну-ка, выйди, я сейчас тебе покажу кое-что. Грузные. Погоди. Как может менять? Лоли. Лоли. Мечта подростка. Панк-рок. Блядь, вообще говно. Плохой парень. Блядь, тоже не очень. Подор. Ну давай, блин, быстрее сюда выходи. Сержант. Скейтерская стрижка. Средней длины хвостик. Wall Street Hard Rock. Южная красотка. Так. Скейтерская. Короче, буду, блядь, не знаю кем. Римлянином, что ли? Ты как-то прям это, девочка. Да погоди. Я тебе кое-что показать хочу, я тут научилась. Вот что я выберу. Блядь, не, вообще не то. А почему я ставлю на лысо, а у меня эти типа, все равно волосы есть? Ну, или не на лысо. Так. Растительность на лице. Блин, я чуть забыл, как делать. Я, короче, буду. Так. Пять часов. Погоди, погоди. Бизнесмен. Чак. Голливудский. Испанец. Клок. Хипстер. Хипстер. Нет, хипстером не хочу быть. Короче, буду... Не знаю, блять, ступи. Чак, бизнесмен, полоска. 5 часов. Господи, ты что ж ты так долго убираешь? Да подожди, ты самый инспектор. Месье, месье. Открой. Порно усы. Наверное, вот оставлю, короче, такое. Выходи. Может их, блин, нет, не очень. Выходи. Делаю. Так. Это вообще просто хардкор. Иди сюда. Покажи, да подожди сейчас. Так, брови у меня какие-то не очень. Однобровые, выщипанные, загнутые. Старикан. Не, блядь. Можно вообще без бровей быть. Выходи. Ща, ща, ща. Злой гений.
персонажей, косметика, волосы, личность. Вот я, короче. А шляпу нельзя тут снять? Нет, выходи. Иду, иду. Так, ну чё, посмотри. Мы тут танцуем. Чё, мне садиться или нет? Посмотри на меня сначала, оцени, типа, подхожу. Ну, я, по-моему, меня арестовали. Да вроде нет. Ай, башку мне прищемил. Смотри, ну, смотри, что я сейчас с ним сделаю. Вот, как с усами. Ну-ка, заскакивай. Клёвый? Ага. Давай тут нормально иди. Мне бы еще одеться как-то по-другому. Ты вези, короче, в магазин теперь. Посмотри на карту, пока магазин. Блин, кто тут стреляет еще, блядь? Че, не охуенно? Стреляй! Ай, блин, в машинку помяло. Мы как на этой, на, блядь, чеченской свадьбе ща. Вон. Сейчас меня на шаг вынули. С пулеметом, нахуй. Да ну, ищет меня. Ты машину, ты посмотри, что с машины сделал, блядь, она выглядит, блядь, вообще какая-то. На придурке разворачивайся. Ты, блядь, смотри, тебе права смотри. Вообще в жизни не смотри, твоей, смотри. Давать. Ну, правда, тут ладно. Так. Мне, короче, надо шляпку какую-нибудь другую или вот. Посмотри на карту, пока так, там карта есть. На iPhone. А на что нажимать тебе забыл? На тап и там карта. Так, сейчас. Не хочешь пушек? Нет. Мне и так. Ну блин, а я пушки нашла. Операционные банды. Так. Мне бы еще понять, где мы тут вообще есть. Опачки. А, во, все понял. Так, магазины. Погоди. Короче, вот нам, я маркер поставлю, установить GPS, правоплавающую мощь. Планета одежды. Вот, типа, едем, короче. А я не вижу, куда мы едем. У меня нет этого маркера. Так, я тебе, короче, буду показывать. Давай. И едь прямо сейчас. Поворачивай налево. Поворачивай. Блин, ну ты можешь нормально? Да. Мы звоним просто в полицию. Сейчас еще раз налево. Еще раз налево езжай. Блин, ну ты что, вообще что ли? Нормально, едем. Ой, все, я нашла. Езжай направо. Вижу. Все, я, короче, ухожу. Тихо. Все, я пап. Я не с тобой вообще. Круто быть застреленным перед магазином одежды. Что-то не очень похоже на где-то типа шмотки. Ну, конечно. Глава. Блин, такие страшные большие бошки. Не хочу бы с прической. Бошка, шляпа. Так, панама, хипстерская шапка. Нет. Южная пляжная шляпа. Шляпа кабана. Не знаю, мне шапки что-то никакие не нравятся, я типа без... Шапки я тоже решил не брать. Может, очки, знаешь, очки, кань, может, очки Канье Уэст себе? Мне не нравятся даже футболки, какие-то они тут не очень.
Так, короче, я тоже не буду маски. Бля, маска, типа как Summer of Hesse, я, короче, буду. А где татуировки делать, не знаешь? Не знаю, может, тут тоже. Как думаешь, мне бандан надо на лицо одевать или нет? Или так круче? Нет, я останусь так. Так, маска, очки, главный убор. Верхняя часть тела, бюстгальтер, рюкзак. Аниме, да из это, блядь, какое аниме? Чё? Ожерелье, короткая цепочка. Мне кажется, моя кофта вот эта страшная была самая нормальная. Тут, мне кажется, от того, как ты оденешься, типа, некоторые банды будут за тебя, потому что ты видишь, как бы... Нет, тут только наша банда, фиолетовая, видишь, там святые. Пирсинг. Бриллиантовые гвоздики. Кольцо дивы. Лучше... Чё? А почему? Я вышел... Почему я вышел? Я тоже вышла. Игра приостановлена. Один из пользователей. К нам тут присоединять, что ли? Хрен знает. По нам тут стрелять вообще. Не знаю. Тут... Это менты. Давай, короче, их Ты убьем и смотришь. закупим себе. Все, я пошла Мы голос встречу. после этого, по идее, должны за бесплатно все забирать, мне кажется. Да. Я оставлю эту. Штаны себе бегаем только. Шикарные штаны. Так, пирсинг, костюм. Гоу-гоу. Нет. Тут, знаешь, есть такой стиль вечухи. Блять. Го. Не, не хип-хоп. Наркоторговец. Пляжница. Городская девчонка. Электродиджей. Блин. Электродиджей ничем не отличается от наркоторговца, по-моему. Так, а это нет. Запястье. Браслет. Прищеп. Так. Блин, а чё опять? Опять стреляешь? Блять, да? Нет. Вон, опять пришли. Так, от дурной репутации можно избавиться, спрятавшись в любом из ваших зданий. Так, погоди. Я еще не все купил. Блин, я оделась? Какой вот? Надо шорты поменять. Иди на да блин, опять среди... Блядь, заебали они уже. Помоги мне. Я шорты одеть не могу. Окей. Костюмы. Не знаю, короче, костюм я не буду менять, потому что, блядь. Да какая-то ерунда. Он красивый. Да нас завалит сейчас тут. Пойдем, короче, все, валим. Не-не. Давай. Я уж тут ментов, блядь, наверное, человек 50 убил. Тут есть татуировки. Где? Где я? Где тут? Скажи. Ты наебываешь на меня? Нет. Ну где, говори. Ну вот есть пирсинг. Сережки. Пирсинг, татуировки, это, блядь, тут разные вещи. Ты не знал. Короче, давай, воскрешай меня, мне менты херачили. Блин. Иди быстрее.
Их четверо. Мне кажется, вам в рукопашку драться с ним. Давай быстрее. 10 секунд осталось. Ладно. Блин, мне положили. Ну извини, я пока немного ничем помочь. Сколько осталось у тебя там? Я все уже на улице. В больнице какой-то. Только шофер. Что-то все не ок. Блин, тут ОМОНовцы приехали. Я короче, одного в заложницу взял. Я сейчас на броневик буду садиться. У меня Satisfaction играет. Я на ментовской машине под ним уезжаю. Блин, я, короче, чуть в танк не сел, точнее, не в броневик, и меня, блядь, захуяли. Ты далеко вообще от меня сейчас находишься? Ну, я еду по дороге, не знаю, через сколько я буду. Ну, я, типа, окажусь в больнице. Блин, да, я далеко. Я около нашего магазина, от задержи. Ты не подъезжай туда там вообще. Не очень так. Атмосфера такая. Я сейчас тебя подберу. Давай. Кто опять стреляет? Блядь, смотри, я только из магазина... Ой, блядь, из больницы вышел, мне опять начали хуярить. Я уже сейчас приеду. Блин, короче, беги на фон. Ну я на него забраться не смогу. Да, не знаю, сейчас приеду. Я вижу, короче, тебя это, блядь, как бы нам... Стой на месте, не двигайся. Видишь меня? Да. Ну, мне кажется, тебе сейчас тоже будет пиздец. Короче, я бегу к тебе. Смей. Все, давай, трогай. Как-то машину, по-моему, можно ускорить на... Не помню, как кнопку. На В. На В? Да. Только я не вижу В. А, я же на неё нажимаю. Надо уехать в другой город. Мне тут не нравится. Смотри по карте, какой у меня городишко. Так, наркопритон, может, не хочешь зайти? Ну, не знаю, я, мне кажется, недостаточно крутодер для этого места. Наркопритон. Чё ещё? Игла Расти. Что это такое? Я вообще сейчас поверну должен. Так, ходи. Нам катывай. У нас типа репутация тут показана еще в каких городах, что мы это значим. Поехали в Техас. А, это такси. Пойду. Я еду в аэропорт вообще. Ангар для самолетов я нашел, может туда? Ну, давай. Так, маркер. Маркер. Все, я, короче... Ты меня напомнишь, школьный автобус, представляешь? Короче, езжай пока прямо. Блин, может я за руль сяду, как едешь вообще? Нормально, я стараюсь мобилизации. Ну мы так будем ехать, 2 часа есть. Блять, стараюсь. Ну, о, погоди, а, да, все правильно. Езжай, не, едь как ехала. Сворачиваю сейчас налево. Ты сейчас на встречку выйдешь? Или нет? Выезжай его на ту сторону, на ту сторону, на ту сторону, блять, едь. Ну, блин. Так.
Прямо, прямо. У нас колеса все пробиты. Может, пересядем на что-нибудь другое? Ну, если еще найдем что-нибудь такое подобающее. Вообще не вот. Ты вывалил? Блин, ты что делаешь-то? Нашел? Сейчас найду. Смотри, тут... Блин, мне уже все равно, да, любую, короче, блин, не знаю. Грузовик. Да вот в этот мне, блядь, она уехала. Вот, вот в этот, короче. Какую-то бабку я ей поебучу прописал сейчас. Давай, садись. Сейчас. А почему написано теперь в другую сторону? Ты запрел кустав? Во, вот это моя любимая тачка. Машина не пересядет. Выходи. Че, на ней поедем? Пошли на самолете поедем. Не хочешь? Я, короче, на этой пока она все-таки побыстрее, чем пешком. Поехали на самолете. Ну ты в нее сядешь, поправду? Я... А, нет, слушай, мы сюда не поедем, там братки. Да ладно. Ну садись, поищем какой-нибудь маленький самолет. Да не езди, видишь, братки. Садись, говорю, поехали в другую сторону сейчас. Я на задний сяду, вон, впереди. Мне какой-то тяжелый металл играет, этот, блядь, скрим, нахуй, что-то такое. Смотри, впереди там что-то стоит на трассе. Где? Какая-то штука. Вон, видишь, поворачивай налево, поворачивай налево. Почему налево? У меня на маркере отмечено, что сюда. Давай, короче, ищи сам. Вон, бери машину, он, видишь, стоит такая же, и можешь сама поискать. У меня на карте не написано, типа, ехать прямо. Бери такой же, как у меня. Иди сюда, сейчас чипкарь кучу. Быстрей. Чего тут? Ты меня задавил, смотри, женщина резиновая стоит. Блять, они... Мне очень нет интересно. Просто пиздец. Ты будешь садиться или что? Ну, я задавил, я на своей машине поеду. Тебя еще раз сейчас еще будет. Давай, типа, ты успеешь или... Давай, короче, поехали. Прекрати, ты подожди, не стреляй. Хоть по мне... ты по мне стрелял. Я хотела радио переключить, у меня классика. Все. Дай, типа, кто на перегонке. Ну ты чё там? Блин, короче, всё стоит понятно. Тут нет никакого трамплина в реку. Хрен знает. Блин, ты меня чуть не перевернула. Ох ты. Ты меня зачем стреляешь? Ну, потому что мне чуть нет, машина не перевернула. Погоди, что-то странная херня какая-то. Почему? Ну, мне показано, что она ехать сейчас направо. Не поехал. Ай, не дави меня. Блин, тут непонятно, вообще встречка, по идее, должна быть с той стороны, да? Нет, цвета. Чё, типа, левостороннее движение? Короче, едь за мной. Или ты за мной. Так, вот, вообще показано, что я здесь, вот. Ой.
Так. Я, короче, попробую самолет сесть, не знаю, получится ли. Ты пробовал, да? Можно сесть в самолет, у которого братки стоят. Авто обычный. Да, в этот поход нельзя. А их много? Давай. Их, их много там? Да. Можно их убить. А ты знаешь что? Ты запусти вот эту ракету, которая из чемоданчика. А у меня там патрон нет. Ну ща я подъеду туда. Ой, я самолет нашел. Походу вот этот можешь залезть. Все, я в самолете, короче. Блин, ты что отвалился ты? Да я забыл, как выйти из пути. Все, я, короче, в самолете. Че это за радио заиграло? Говно какое-то. Ну, не взлетай из него. Я как бы сейчас краешком пройду, чтобы не убили. Я вообще не знаю, как взлетать, потому что вот это... Наджер... Чего ты какой-то нашел? Надо же разогнаться. Нет, ты пока не разгоняйся. Ну куда я разгоняться? Ты посмотри, я со всех сторон. Я залезть не могу, просто туда сел. Слева. Может кнопки какие-то есть управления? Пошли. Самолете? Угу. Ну давай. Блин, я вышел. Сейчас, погоди. Не-не, у машины не надо. Короче, я не знаю, на нем, по-моему, взлетишь на кран. Взлетишь? Ну давай, пробуй, я пока тут прокачусь. Че? Я тебе. Да, запоминай. Чё? Угу. Ты управление смотришь? Угу. Всё, я запомнил. Давай, сейчас я сяду тоже. Погоди. Погоди, чё ты закрыл-то? Выходи давай. Давай. Всё? Да. Ну и чё? Ну какие кнопки? Слышишь, что говорю? Я что-то не пойму. Блядь, что ты наделала? Я старалась. Ну какие кнопки вообще? На S и на Shift это прибавить газу. А нахрен ты стал негритянкой вообще? Я была, я загорела просто, я же не негритянка. Не знаю, я типа не люблю негров, поэтому... Блять, поэтому я хотел тебя ударить, опять ударил мента. Хватит его избивать. А, это мне... Окей, ой, давай, ой. Давай. Давай попробуем. Опять какой-то беспредел начался. Дай, короче, вот в эту машину садись. Угоди.
другой страны сходить. Бля, опять все перекрыто. Там, кстати, мотоцикл был. Заебали. Ой. Вон тот. Блядь, это что ж такое? Класс. Смотри, как надо, типа, ездить. О, стой нахуй. А где мотоцикл? Взорвался. Блин, опять менты. Садимся обратно. Вертолет. Мне кажется, ты далеко не убежишь. Ого. Надо мусовать. Я, короче, ментов сюда сшибаю. Это я. А, окей. Как тебе моя машина? Блин, я застрял. Ладно, короче. Так, погоди.